есть я сейчас должна начать рассказ, правильно? Да, как вас зовут, представиться? Откуда вы представились? Мне нужно говорить добрый день. Как есть так. Хорошо. Естественно. Хорошо. Не надо что-то передумывать. Как есть так, можете рассказывать. Хорошо? Все, удачи. Мотор. Здравствуйте, дорогие друзья. Хотелось бы рассказать вам сегодня историю, почему я именно сижу сегодня здесь, в великолепной компании Arbat Homes. Мы проживаем в городе Сочи, мы живем со своей семьей, там уже 10 лет. Переехали в город Сочи мы из Сибири, из города Омска, так как нас привлекал климат, и мы переехали в великолепный город Сочи. Вы, наверное, спросите, а что же вас не устроило в Сочи? Вроде тоже теплый, хороший город, красивый. Как же вы оказались здесь, в Турции, и решили приобрести недвижимость? Свое знакомство с Турцией мы начали с города Стамбула, так как Сочи недалеко находится от Стамбула и по Черному морю граничит с этим городом. Мы побывали 7 дней в Стамбуле в октябре, и затем мы стали думать. В принципе, Турция – это та страна, которая нас привлекает. Здесь очень хорошие люди, здесь очень добрые отношения, здесь все правдиво, все прозрачно. То есть как бы ощущаешь себя свободным и комфортно. После посещения Стамбула мы стали задумываться о том, что нужно нам еще съездить на побережье Средиземного моря, потому что все-таки Средиземное море, оно теплее, оно больше, и здесь немножко мягче климат. Думали про путешествия, но потом, когда стали рассматривать Турцию, я посмотрела ролик в Ютубе. Как раз он был сделан компанией Arbat Homes, которая торгует недвижимостью. И меня очень сильно приятно удивили цены на недвижимость. То есть получается, что то, что в Сочи за те деньги, которые мы приобрели здесь недвижимость, мы не сможем приобрести. И, во-первых, то, что мы можем приезжать сюда отдыхать в свою квартиру, и при всем при этом мы можем еще получать круглогодично пассивный доход, так как компания Arbat Homes, они занимаются не только продажей недвижимости, но еще и сдачей жилья в аренду. Получается так, что мы приобретаем инвестиции, вкладывая в недвижимость Турции, плюс мы сами приезжаем сюда отдыхать, когда мы захотим, и плюс еще, когда мы будем находиться в Сочи, заниматься своим бизнесом, Arbat Homes будет вести здесь наш бизнес и сдавать наше жилье. И эти накопления будут идти к нам, скажем так, на наш накопительный счет. То есть получается, что только плюсы, плюсы и плюсы. Конечно, многие зададут вопрос, а как вы не боялись, это чужая страна. То есть, конечно, опасения были, мы не понимали, что здесь будет, как будет. То есть предложение компании, что можно купить недвижимость в режиме онлайн. Ну, естественно, конечно, мы решили этого не делать, а приехать и сами попробовать это все на себе. Поэтому 26 декабря 2021 года мы прилетели сюда перед Новым годом, понимая, что после Нового года подорожает недвижимость везде. Мы реализовали проект, который нам подобрала компания Arbat Homes. И мы стали обладателями прекрасной квартиры в хорошем комплексе. Что немаловажно, я хочу отметить, что в Турции строят комплексы жилые с инфраструктурой пятизвездочного отеля. То есть это у вас будет охрана 24/7, будет консьерж, будет открытый и закрытый плавательный бассейн, будет хаммам, парная, сауна, то есть лаунж-зона, барбекю-зона, то есть полный набор, плюс еще застройщик гарантировал нам трансфер от комплекса до береговой линии, до пляжа. Хотя у нас комплекс расположен 1 километр 300 метров. То есть как бы все плюсы. Вот именно поэтому мы выбрали Турцию. Во-первых, в Турции хорошее, высокое качество строительства. Мы квартиру получим по завершению уже с косметическим ремонтом. Это будет кафель. Это будет керамогранит, это будет полностью укомплектована ванная комната с санузлом и будет установлена кухня, то есть как бы полностью оборудована. То есть это тоже очень большие плюсы. Вы когда зайдете в квартиру, вы сможете уже там жить.
То есть это тоже немаловажно. Поэтому как бы вот свой рассказ, получается, что у меня одни положительные эмоции. И причем как бы руководитель компании Arbat Homes, Асамбэй, настолько прекрасный, душевный человек, вы знаете, он к себе предполагает. Он позитивный, он добрый. Когда я его увидела на ролике в YouTube, вот как бы да, я немножко не рассказала эту историю, было много роликов просмотрено про Турцию. Но именно когда я увидела ролик с Асамбэем, настолько мне показалось, что он серьезный человек, что он достаточно порядочный. Много компаний в Турции, которые занимаются недвижимостью, очень много. У нас было много-много предложений. Но вот почему-то именно интуиция мне подсказала, что я должна остановиться именно на этой компании. Менеджеры работают замечательно. То есть они, у них нет такого, что это все поставлено на коммерцию, на поток. Они каждому покупателю подходят индивидуально. Все это рассказывается, высылается полностью информация. Нас встретили в аэропорту, привезли сюда, нам дали бесплатное жилье на неделю. То есть компания нам предоставила это все бесплатно. Нас возили каждый день на прекрасном новом микроавтобусе в сопровождении менеджера. Нам показывали объекты. Если нам что-то не нравилось, то есть как бы нас везли на другой объект. То есть здесь настолько лояльно, все открыто, то есть здесь люди, которые тебя сопровождают, при этом тебе помогают, и практически ничего за это ты не платишь, а просто как бы приобретаешь у них жилье, и поэтому они дают тебе вот эти бонусы. То есть как бы вот я вам рассказала обширную картину, поэтому вот у меня такое положительное настроение, я рада, что это случилось перед Новым годом, что моя семья, она состоит из трех человек, я, мой супруг и сын, 24 года ему, и мы приобрели себе такой новогодний подарок. Вот, спасибо Асамбэю, спасибо Arbat Homes. Турцию мы только начинаем познавать, потому что вот второй раз мы приехали, и уже мы купили жилье. Поэтому как бы я думаю, что здесь будет у нас хорошее будущее, хорошие инвестиции, пассивный заработок в бизнесе. Ну, понимаете, тут страна, которая вот открыта, здесь безопасно, здесь люди все открыты, здесь, понимаете, вы чувствуете себя комфортно. Поэтому welcome Турция, добро пожаловать в Arbat Homes, 100% рекомендую сотрудничать с Асамбэем. Конечно, у вас могут быть другие варианты, но, наверное, эти варианты, этот путь я уже за вас проделала. Потому что, да, путь сложный и трудный, но вот я вам рекомендую то, что я сама сделала и через что мы прошли. Вот, поэтому рекомендую вам то, что я вам все это рассказала. Думаю, что вам это будет очень полезно. Thank you.